Samsung SMT230. Дисплей целый, тач разбитый, 35 евро замена на сегодняшний день. Разъем тачскрина, включаем новый тач, включаем. Можно менять. Отстегиваем батарею. Так. По периметру стоит рамка. Вот такая вот. Поэтому срезать ножом, как я делал это раньше, будет неудобно. Сторонний скотч. Пока еще ничего не нагревал я. Не знаю, присутствует ли здесь шлейф. По-моему, нету. Да, есть кнопка Home. И вот он, шлейф кнопки Home. Нужно постараться, чтобы его повредить, поэтому можно смело снимать низ. Довольно легко снимается.
Греем вверх. Подвигаем. Удаляем пыль. Поверхность отличная, ничего здесь у нас не осталось. Тач вроде бы проклеенный. Обратил внимание. Нет, нифига он не проклеенный. Сейчас мы проклеим быстро. Акриловым скотчем. Так, динамика у нас нету.
Не спешите опускать, проверьте еще раз, чтобы не было пыли. Все работает. Простенькое видео, простая замена. Всем спасибо за внимание. Одеваем крышку, возвращаем клиенту. 35 евро. Берем за эту работу. Всем удачи в работе, до новых встреч.